пожаловать на футбол. Как и обычно, для вас сегодня будут работать. Гольф и американского футбола – это расстояние покороче. Всего полмили. Не стал судья останавливать игру. Преимущество сейчас у них. Есть у него место для движения. Фантастика! Ничего подобного не видел. Да, оказался один на один с вратарем и решил зарядить, что есть силы, поворотом. И, наверное, сам не понимает, как он не реализовал этот момент. Хоакин Корреа. Сергей Миленкович Савич. Хорошая игра. Пожаловать на футбол. Как и обычно, для вас сегодня будут работать. Гольф и американского футбола – это расстояние покороче. Всего полмили. Не стал судья останавливать игру. Преимущество сейчас у них. Есть у него место для движения. Фантастика! Ничего подобного не видел. Да, оказался один на один с вратарем и решил зарядить, что есть силы, поворотом. И, наверное, сам не понимает, как он не реализовал этот момент. Хоакин Корреа. Сергей Миленкович Савич. Хорошая игра в отборе. Пожаловать на футбол. Как и обычно, для вас сегодня будут работать. Гольф и американского футбола – это расстояние покороче. Всего полмили. Не стал судья останавливать игру. Преимущество сейчас у них. Есть у него место для движения. Фантастика! Ничего подобного не видел. Да, оказался один на один с вратарем и решил зарядить, что есть силы, поворотом. И, наверное, сам не понимает, как он не реализовал этот момент. Хоакин Корреа. Сергей Миленкович Савич. Хорошая игра в отборе. Пожаловать на футбол. Как и обычно, для вас сегодня будут работать. Гольф и американского футбола – это расстояние покороче. Всего полмили. Не стал судья останавливать игру. Преимущество сейчас у них. Есть у него место для движения. Фантастика! Ничего подобного не видел. Да, оказался один на один с вратарем и решил зарядить, что есть силы, поворотом. И, наверное, сам не понимает, как он не реализовал этот момент. Хоакин Корреа. Сергей Миленкович Савич. Хорошая игра в отборе. Пожаловать на футбол. Как и обычно, для вас сегодня будут работать. Гольф и американского футбола – это расстояние покороче. Всего полмили. Не стал судья останавливать игру. Преимущество сейчас у них. Есть у него место для движения. Фантастика! Ничего подобного не видел. Да, оказался один на один с вратарем и решил зарядить, что есть силы, поворотом. И, наверное, сам не понимает, как он не реализовал этот момент.
Хоакин Корреа. Сергей Миленкович Савич.